листок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я. И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Где цвел, когда, какой весною, и долго ли цвел, и сорван кем, чужой, знакомой ли рукою, и положен сюда, зачем? На память нежного ли свидания, или разлуки роковой, или одинокого гуляния в тиши полей, в тени лесной? И жив ли тот, и та жива ли, и нынче где их уголок? Или они уже увяли, как сей неведомый цветок?